Солнечная инклюзия. Сегодня в 29-й школе города Чебоксары прошел первый фестиваль инклюзивных практик. В актовом зале невероятно дружелюбная, теплая, понимающая атмосфера. Здесь никто не жалеет аплодисментов, артисты второй раз выходят на поклон, поют и танцуют вместе со взрослыми. Дети учат нас быть добрее. И у них получается. На одной сцене все просто ученики. Наталья – многодетная мама, педагог. Инклюзивное воспитание ее заинтересовало после того, как в их семье появился четвертый особенный ребенок. Семья Надеждиных забрала его из детского дома. Дима – один из первоклассников 29-й школы. В классе вместе с остальными детьми учится еще одна солнечная девочка. В образовательном учреждении не было ни учебников, ни пособий для таких детей. Но выход нашли. Мы с родителями, а родители особых детей – это особо крепкие люди. Мы решили не унывать. Не падать духом, сели и написали грант, который назвали «Солнечная инклюзия». Был грант фонда Тимченко, всероссийского конкурса «Курс на семью». Этот грант мы выиграли. На выигранные деньги купили необходимое оборудование для особенных детей. Два педагога прошли обучение, а еще организовали фестиваль. Поют они. На каждый хор, на музыку приходят, вместе со всеми поют. А у Димы привычка. Заходит в класс, пока с каждым мальчиком не поздоровается, не сядет. Дети, конечно, очень хорошо воспринимают их. Таких отличий нет. Они не отличаются среди нас. К тому же в рамках грантовой поддержки по субботам здесь готовят детей с ограниченными возможностями к школе. Ребят немного, но работы хватает. В планах педагогов набрать в следующем году малокомплектный специализированный класс, чтобы эти ребята учились в самой обычной школе.